В Киеве сегодня простились с главой Украинской Православной Церкви. Чтобы проводить в последний путь митрополита Владимира в Киево-Печерской лавре, этим утром собрались сотни верующих, а также представители поместных церквей. После отпевания состоялся крестный ход. Похоронили предстоятеля на монастырском кладбище недалеко от храма Рождества Богородицы. Митрополит Киевский и всея Украины Владимир скончался в минувшую субботу после тяжелой болезни на 79-м году жизни. Больше 20 из них он был наставником для всех православных верующих в стране. Возглавив Украинскую церковь Московского патриархата, митрополит Владимир многое сделал для укрепления церковного единства, восстановления приходов и храмов. Теперь Священный Синод должен назначить дату собора епископов, который изберет нового предстоятеля.